провал. Итак, у меня остается немного времени, но я хочу успеть рассказать вам о новостях из Ливана и Ирана. Не так давно лидер ливанского движения «Хизбалла» Хасан Насралла сообщил о том, что его контрразведке удалось поймать нескольких шпионов ЦРУ. Независимо от этого, примерно в то же время Тегеран заявил, что иранские спецслужбы тоже раскрыли шпионскую сеть. Сначала многие отнеслись к этому как к очередной попытке устроить скандал. Но сегодня на многих американских телеканалах появились признания бывших и действующих сотрудников разведки. Признание в том, что потери агентов – это чистая правда. Имена, естественно, не раскрываются, но речь идет о поимке 10, а может, большего числа агентов. Теперь власти США опасаются, что этих людей могут казнить, что Хизбалла, что иранские власти с предателями обходятся беспощадно. Самое трагичное в этой истории, что информаторы ЦРУ стали жертвами какой-то нелепой безрассудности. Когда они договаривались о встрече с сотрудниками американской разведки, они использовали сотовые телефоны, стоявшие на прослушке. А когда агенты предложили собраться в ресторане «Pizza Hut» в Бейруте, они использовали кодовое слово, догадайтесь, какое? «Пицца». В результате люди из Хизбаллы, естественно, легко обнаружили подозреваемых и смогли раскрыть их, а потом арестовали и сейчас держат за решеткой. В Иране агентурная сеть ЦРУ тоже была рассекречена полностью. По центральным телеканалам там крутили передачу об этом. И там не только подробно разбирались методы работы американских разведчиков, но даже демонстрировались сайты организаций, которые были связаны с ЦРУ. К тому же иранским спецслужбам, судя по всему, удалось рассекретить метод, при помощи которого общались информаторы в интернете. И в итоге они смогли выйти на всех участников агентурной сети. Источники в ЦРУ подтвердили, что управление и правда столкнулось с проблемами в Ливане и в Иране. Что ж, похоже, провалы случаются в работе всех шпионов, и американских, и китайских, и российских. Что ж, на этом у меня все. С вами был Егор Низамов. Надолго прощаться не будем. До скорой встречи.